Детская морская флотилия объявляет набор курсантов. Первокурсниками могут стать ребята, достигшие 9 лет. Документы принимают по адресу: улица Александра Сергеевича Пушкина, дом 20, с 9 до 17.00. Можно выбрать один из кружков. Судоводители, судомеханики, связисты, командиры малых плавсредств, юнги-историки, юнги и новый кружок «Юные мастера морского дела». Кроме этого, мы начали активный диалог с интернатом номер 3 на корабельной стороне, чтобы ребята с этого учебного заведения могли в свободное неурочное время заниматься вместе с нами. Для этого мы специально выделяем туда для работы педагога. Детская морская флотилия развивается. Вскоре появятся новые кабинеты, где ребята смогут изучать теорию выбранных специальностей. Но какой моряк без практики? В этом году более 230 ребят смогли проверить свои навыки и знания в учебных морских походах. 3 судна, 4 шлюпки. В ближайшее время обещает Объединенная судостроительная корпорация в этом году подарить нам еще 2 шлюпки. Ну, это позволит нам расширить количество ребят, которые будут проходить шлюпочную практику в летний период. У нас в этом году впервые состоялась поездка в Москву и на Валдай, где наши ребята, это 18 ребят, познакомились с Москвой, участвовали в работе 3-го Московского международного студенческого форума, были и жили на озере Серегер. Ну и было очень много знакомств именно с ребятами из ВДВ, которые были у нас в гостях здесь в марте. Сейчас Севастопольская флотилия налаживает сотрудничество с клубами юных моряков других городов Российской Федерации. Руководитель подчеркивает, курсанты флотилии получат хорошую подготовку для поступления в президентский кадетский корпус и высшие военно-морские училища страны.